мои хорошие, вот и закончились каникулы моей девочки. Уезжает она ночью в Минск, сидит вон там уже. Вот она тут сидит, моя девочка. Мое сердечко любимое. Занял вот этот вот парень, который возле окна, ее место. Но у меня такая очень воспитанная девочка и не говорит ему, что уступите, молодой человек, место. Сидела там в проходе. Ну да ладно. Вот. Конечно, тяжело расставаться. Всегда тяжело расставаться, но такова судьба. Мы состоим из встреч и расставаний. Наша жизнь состоит из этого. Все. Счастливого пути! Наш вокзал пустой, это варшавская сторона, то есть там отправляются за границу поезда, он скоро поедет туда, на Минск, такой вокзал наш. Светает сейчас 6.20, 6.30 отправление поезда. Что-то эта женщина никак не может успокоиться. Все открывает, закрывает кнопки. Прощается с кем-то. Вот так вот. Пока, моя солнышко. Пока, моя девочка. Мой малышонок маленький.